У Патрика было смутное предчувствие, что-то должно произойти. В пронизывающем холоде сумерек ему слышался шепот. Все случится сегодня. Вы здесь проездом? Нет, переезжаем сюда, в дом нашей тетки Кларисы. Ну хорошо, так о чем история? Некто проникает в дом и убивает родителей, но щадит дочерей. Он остается в доме с ней и с трупами родителей. Мне нравится сочинять истории. «Страна призраков» — на данный момент ваша самая личная книга. Продажи взлетели до небес, тебя боготворят. Алло? Прошу, вернись обратно. Вера? Не стоило приезжать в этот дом. Способность творить свои миры. Вопрос такой, зачем было писать эту книгу? Чтобы сохранить рассудок. Она проживает тот вечер снова и снова. Не бросай меня умирать. Не стоило приезжать в этот дом. Здесь никого нет! Никого нет, Вера! Я знаю, чего ты хочешь от своей сестры. Они сломали меня, а теперь играют с тобой. Бет, теперь ты понимаешь? Что вы со мной сделали? Прими все, что случилось. Что ты натворила? Не убегай, прошу! Бет, бежим! «Страна призраков». Фильм Паскаля Ложье. В кино с 15 марта.